посмотрела погоду. Нет, это где-то в стороне. Поэтому, наверное, нам это не угрожает. Вот. Что, идем назад? И будем потихонечку собираться домой. Привезем кунешечки ягодку. Кстати, приехали, тут был дождик однозначно. И соседи потом сказали, что гроза ночью была. Ну, очень даже хорошо. Жары не было. Очень хороший денечек. Вот домик с улички. Так, смотрится. Ну, посвежее, конечно. Что говорить. Посвежее. Сейчас быстренько покажу еще в доме немножечко, что у нас и как. Начнем, наверное, с Кокиной комнаты. Вот так вот кроватка, креселка, света не хватает. Вот, ну, пока тут игрушки кое-какие, ну, чуть-чуть. Телевизор, который показывает. Так, пойдем дальше. Диванчик тут стоит. Вот. Обувница. Ведерко мусорное. Аптечка. Так. Ну, тут. Ну, тут показывать особо-то и нечего, потому что очень много еще всяких разных инструментов, которые лежат, навалены. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Тоже телевизор. Так. Ладно, идем дальше. Настёнина комнатка. О, Лёшина на кошке задвинул. Ладно. Максюточкина кроватка. Велосипед, конечно, уедет. Крючочки. Кроватки все застелены, готовы. Шкафчик. Стульчик. Столик вот такой. И полочки. И полотенчики там чистенькие. Вот так. Идем дальше. Кстати, окошко-то еще не закрыто. Идем в следующую комнату. Заходим. Бабушкина кроватка. Окошечко. Окошечко. Столик, лампа. Кроваточка Носина. Ну, чистые полотенчики вам повесила тоже. Все, осталось полы помыть. И будет всем счастье. Вот это я. Пойдем дальше. Вот диванчик. Так, что еще показать? Ну, длину Сяши. Снимем лебедь-птицу. Вот. Винная ягодка. Тоже скоро будет. Солнышко. Вот. Ну, денечек очень хорош. Тут цветочки. Пиончик тоже. Красоты непомерны. В те выходные еще был бутончиком, а в эти уже отцвел. Вот так что. Не порадовалась домой. Надо было в те выходные срезать. Так, пожалуйста. Лебедь, птица, ослик. И все, 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 все. Все. Вас можно снимать? Вас можно снимать? Возвращаемся в дом, потому что Леша попросил снять дверь в комнате. Так, а мы сейчас тогда заодно
И окошечко подопрем, вот, чтобы закрыть. Вот. Маргариточки у нас тут буйствуют цветом. Идем опять в дом. Все-все покажем. Все-все расскажем. Так, ну, показать, наверное, мне надо было вот это. Дверь. Леша поставил, правда, наличники еще не одет, потому что те выходные запенивали. Вот. Такая, ну, планируем еще и в тех комнатах тоже поменять двери. Ну, тут уж как получится. Просто купить дешевые полотна. Еще раз покажу. Дом. Две антенны. Два телевизора. Все работает. Такая у нас зайчик капустка еще тут есть. Ну и все. В принципе, будем собираться в Москву. Вот раз дождик стороной проходит, то тратить время не будем, чтобы не поздно приехать хотели. Вообще рано, но дела штука такая, что не позволила рано уехать. То одно, то другое, то третье. О! Гром. Ну, только если Яндекс обманывает. А так вроде как стороной пройдет. Посмотрим сейчас пока тут, туда-сюда. Наша, пожалуйста, красота неописуемая. Компост с дровами, которые сохнут. Вот такие у нас два растения какие-то с какими-то плодами. Но никто уже не помнит, чего это посадили. У нас их два. Вот, поэтому что вырастет, то вырастет. Вот домик. Вот. В принципе, все готово. Всех он ждет. Все остальные мелочи, которые могут решаться, ну, постепенно, уже здесь находясь. Основное готово. Вертушечка девчачья. Опять грядочки.